Всем привет, друзья, с вами Ниломоб, вот овечка по имени Цезарь. Сегодня мы поиграем в игрушечку, довольно-таки новую, Getting Over It with Benedict 4D. Это так называется игра, Getting Over It, то есть достань это. Давайте глянем, что это такое. Мне говорили, что здесь про какого-то мужика, который сидит в горшке. Да, вот он, сидит в горшке, мужик в горшке сидит, и что же? Опа, вылез! И кирка у меня есть в руке. И благодаря этой кирке мне нужно как-то двигаться. Ух ты, ну графика довольно классная и красиво все сделано. Значит, я могу двигать ею, ага, и цепляться, соответственно, а за дерево не могу. Опа, и могу так, получается, передвигаться. Боже, она смешная. Как, ух ты, это теперь как-то дерево перелезть выходит. Ой, а это как-то уже не просто, скорее всего. Как мне зацепиться? Вот так. О, я тут, я держусь. О, теперь наверх, вот здесь. О, он иногда так сильно кричит. О-о-о, я просто мотаю, кручу мышкой, и он как-то у меня получилось туда закарабкаться. Так, а как тут зацепиться? А он может вверх подпрыгивать каким-то? О, можно себя еще подбрасывать. Вы видели? Я только что себя... То есть, если хорошенько натренироваться... Воу! Получается, если хорошо натренироваться, то у меня получится и... О, воу-воу-воу-воу! О, давай! Как-то можно себя запустить туда наверх, но на самом деле это так... Кстати, я вам не сказал, разработчик... Разработчик сказал, что игра выходит официально 6 декабря. 6, то есть она выходит буквально через 5 дней, да? Вот, и там уже будет добавлен русский язык. То есть официально будет русский язык, когда будет релиз игры, тогда она выйдет. Уже... Так, это перелезть-то? Это очень сложно. О, есть! Получилось. Так, так. Опять свалился. Давай, крути! Ну... Он не получается. О, почти. Слушайте, это реально очень сложно. Так, так, давайте немножко подойдем. Так, палкой вниз. И, о, можно подпрыгивать. Хорошо, можно подпрыгивать. Надо просто разобраться с механикой движения. Разобраться, и тогда все получится. Вот, я могу... Я не могу даже дерево пройти несчастное, боже. Но я не всегда, славился тем, что у меня с первого раза игры как-то не очень хорошо получается. Когда я уже немножко разберусь, тогда уже получше, конечно же. Ну, давай. Дерево, ты издеваешься надо мной? Как туда залезть? Ладно. Вот, к примеру, я могу вот так. Так. О, так. Вытянуться на длину палки всей. О, надо как-то зацепиться хитро за ту кусочек, за тот самый краешек. Я не успокоюсь, пока я не пройду и не перепрыгну на ту сторону. Ой, а там дальше, по-моему, еще сложнее что-то. Вот это сейчас момент очень интересный. Так, аккуратно, палку достал, палку опустил, палку вверх поднял, палку сюда. О, это оно. А я могу немножко себя чуть-чуть отодвинуть? Нет, другую сторону. Чуть-чуть. Подвинуть себя чуть-чуть. Так. Только не свались, пожалуйста. Так. А теперь вот так. Ой, нет. А теперь надо сильно ударить сюда, чтобы меня вверх вынесло, и чтобы я улетел на ту сторону. Так. Вверх. Вниз. Да, вниз. Вау! Не получилось. Еще раз. Вот так, туда нужно как-то перебросить себя, так, и вытягивай себя на палку, и не в ту, и в ту сторону. А-а-а-а, не помещается, но взгляньте-ка, у него нету ног, у него очень мощные руки, он реально очень сильно накачан. Так, жух, не в ту сторону, я свалился опять на самый низ. На самом деле, я вот так вот крутил палкой, и у меня получилось залететь довольно просто с самого начала. Вы видели, что у меня довольно просто получилось. Ничего себе, я перелетел как-то, получилось. Так, ковыряем. Давай. Ой, свалился. Главное, чтобы меня не унесло вообще далеко. Вот туда не хочу. Вот туда. О, отличный прыжок был. Отличный. Великолепно, я бы даже сказал. Ой. О. Ковыряй. Давай.
I'll understand if you have to take a break at any point. Да, зависло, нужно уцепиться. Don't worry. I'll save your progress. Так, давай, 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 я верю в тебя. Мужичок, давай. О! Почти! Почти! Почти, почти, почти! Почти получилось. Вы же видели, у меня почти вышло. О! О! Так, стоямба, стоямба. О! 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 Ну, тут весло мне мешает, надо как-то уцепиться за краешек, и чтобы меня туда наверх вынесло. О! Ох! Ничего себе, какой прыжок был сильнейший. Сильнейший просто прыжок был. Вы заметили? Он так высоко прыгнул у меня. Так, так. Ну, зависло. Почти, 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 почти зависло. Давай, давай. Так, соберись, соберись, мужик. Ты же наверняка какой-то шахтер. Или кто ты? Ну, кирка у тебя в руках. Ох! Нет, не получилось. Но мы были близки к победе на самом деле. Чуть-чуть там осталось. Всего лишь немножко. Оп, 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 опа. Во, 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 во. Вы видели, видели? У меня почти... Получилось! Есть, есть. Ну, давай, давай, за краешек. Нет, 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 пожалуйста. Не сваливайся. Боже, я залез на какую-то гору, и там какой-то зеленый домик. Так, так. Зацепиться. Где ты будешь держаться? Только не свались. Нет, 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 нет. И уменьшай, и уменьшай, и уменьшай дистанцию, уменьшай дистанцию. Нет, 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 не то, не то делаешь, не то делаешь. О, о. Нет, 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 пожалуйста. Как теперь поступить лучше? Вот так, вот так, вот так, молодец. Отлично, красиво, красиво. Оп, оп, опять в самый низ свалился. Так. Это несправедливо, потому что я хорошо там зацепился. О, воу, 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 воу. Не получилось. Не получилось. Не... О, уже получше. Вот, тут надо уцепиться. Вначале уцепиться за краешек. За краешек прямо подняться, как-то вверх подняться. Опа, ты все. Вот и все, ничего сложного. Надо, не надо, не надо переживать, не надо аккуратненько. Опа, так. Теперь вот здесь цепляешься. Цепляешься, я сказал, цепляешься. И все, и тут ты уже потом поднимаешься. И опускаешься. Цепляешься. Оу! Цепляешься, я сказал. Оказывается, тут не за что уцепиться. То есть мне нужно вот здесь какой-то сделать, получается... Очень сильный прыжок. Для того, чтобы я прошел дальше, тут нужно сделать прыжок, выпрыгнуть и вот аж вот там как-то зацепиться. То есть здесь без прыжка не пройти. Понятно. Понятно. Такс. Такс. Прыжочек нужен. Так. Вот здесь нужно сильно-сильно ударить. Ой, не так. Вот так нужно ударить как-то вниз. Хо-хо-хо-хо-хо. Такс. Так, 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 так. О! Видели? Получилось же, получилось же. Почти у меня вышло. Почти, 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 почти. Нет, опять самый низ свалился. Но самое сложное, это как раз возле зеленого домика. Вы уже поняли, что самое сложное реально возле зеленого домика. Так. Ну-ка, он не совсем такой зеленый, будем так, по чесноку, да? Он не совсем зеленый, этот домик. Здесь на скале, по идее, несложно. Опа, вот здесь уже, конечно, уже сложность начинается большая. Прибольшая. Ну, как сказать большая? В принципе, если здесь приловчиться, то можно тоже подняться. Вот. Поднялся. Тут надо прыжок, что ли, сделать? Опа. Опа, есть. Подняться можно. Вот здесь сложный момент. Вот тут я уже, конечно же, наловчился. Видите, у меня уже довольно неплохо получается. Вот. Но тут, ой, тут надо подняться опять теперь. Вот здесь нужно сделать как прыжок, большой прыжок вверх. И зацепиться за край. Если я зацеплюсь за край, тогда считайте уровень пройден. Но пока что это очень-при-очень сложно. Так-так-так-так. Вот так. Надо выбрать позицию правильную. И сильно-сильно оттолкнуться. Вот так примерно. О! О! Я же говорил! Я же говорил! Я же говорил! Говорил-говорил. Так, теперь мы можем подняться как-то вот сюда, к примеру.
И тут хватит у меня? Не хватило немного, не хватило мне дистанции. Чуть-чуть не хватило мне, чтобы зацепиться. Вот здесь хватит? Не соскользнет крика? Соскальзывает. Есть! Тихо. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a behavior. Вот, вот здесь прыжок нужно сделать большой. Опять прыжок. Нужно хорошо оттолкнуться от земли и вылететь вверх. In it, your task is simply to drag yourself up. В самый низ упаду, да? Вот здесь не должно быть сложно. And the player is constantly Не в самый низ. Пожалуйста. Ох! Yes! Yes! А тут надо прыжок. Надо очень большой прыжок. И надо подобрать еще. Вот это самое сложное. Эти прыжки, когда уровень тут... Когда подходишь к такому моменту, где нужно прыгать, это сложнее всего. Но эта игрушка реально очень интересная. И сложная. Понятное дело, что она сложная, необычно сложная. Но она очень, очень, как сказать... Очень классное. Ощущение хорошее, когда ты выигрываешь, когда ты, у тебя получается, у тебя приятно становится. О, на бочке становишься, на бочечку. Надо как-то эту штуку выровнять. О, надо как-то ее так теперь поставить, чтобы мы... О, вот так оттолкнулись ее и вверх. О, есть, уцепился. Anyway, when you start sexy hiking, вот, теперь держись, вверх, поднимай и укорачивай дистанцию. Укорачивай дистанцию. Не в ту сторону. Укорачивай дистанцию. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely yes. confident in your ability to get yes. through them. Once you have the correct method, так. Or the correct equipment, or just by spending enough time. Я могу вы сейчас вылететь вверх. Every pixelated obstacle in sexy hiking is real. А я сейчас не хватит места, не хватит мне дистанции, что... Ну как могу сейчас поступить? Вверх, по идее, вверх вылететь сильно. Вылететь, по идее, вверх сильно. И уцепиться. Ох! Ой! Не получилось то, что я задумал. Ого! Вот это прыжочек сделал. Вот это был прыжочек. Так. Давай, ползи, дружище. Оп, есть. О, держись. А как я сейчас свалюсь? Не, ну я, по идее, сюда вот залезу. А тут нужно... Нет, только не это! Это реально, я только что свалился в самый почти что низ. Еще ниже упал. Но я теперь опять на зеленом домике. Это жесть, я так далеко прошел, опять теперь. Уф, sorry about that. Самое начало упал. Sorry that. Ну, что я хочу вам сказать. Игра классная, мне она нравится, в принципе. Но единственное, что хочется сказать, что жалко, что нет никаких чекпоинтов. Но, возможно, в этом как раз вся и соль игры, что раз уж тут нету чекпоинтов, то поэтому вся сложность в этой игре в том, что здесь нету чекпоинтов. Но я думаю, что для ознакомления вам понятно, в принципе, про эту игру. Итак, 6 декабря она выходит. Русский язык будет добавлен. И все эти надписи, которые внизу будут переведены, субтитры будут внизу. Звук будет, скорее всего, на английском. Вот. Вот этот сложный тоже момент. Тут с этим, с этой вот... С веслом. Ну что ж, если вам эта игра, в принципе, понравится, то я смогу в нее еще как-нибудь поиграть. Но, в принципе, мне она нравится. О, тут, в принципе, несложно сейчас подняться наверх. Вот мне интересно. Вот здесь я поднимусь. Опа, и тут сразу тоже поднимусь. Так, только надо сильно так не подтягиваться. Видите, не могу оторваться, настолько игра захватывает. А тут уже не достану. Нет, туда залезу. А там еще туда не залезу. Все, пожалуй, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Неломоп и маленькая овечка по имени Цезарь. Увидимся в следующих роликах. Возможно, эту игру будем играть в скором времени еще. Все, пока-пока.